Мария вместе с другими ребятами из одинцовских школ получила свой первый важный документ – паспорт. Этот волнительный момент она запомнит на всю жизнь. Я очень рада, что мне вручили паспорт глава одинцовского округа Андрей Робертович. Спасибо вам. Волнение. Паспорт мне нужен для жизни. Школьница приехала в администрацию муниципалитета вместе с отцом, ведь поддержка близких очень важна в такой особенный день. Мы ждали всей семьей. Это у нас Маша, средняя дочь. У старшей паспорт уже есть. Теперь пришла пора получить паспорт и среднюю дочь Машу. И утром, конечно, переживали, потому что это действительно очень-очень волнительный день. Поздравил школьников со знаменательным событием глава муниципалитета Андрей Иванов и подарил каждому из них том книги «История государства российского» Николая Карамзина. Я хочу, чтобы все задуманные вами цели, задачи обязательно исполнились, чтобы желать успешной. Сейчас учебу, потом учебу уже выше, хорошую работу и добиться всего, что вы сами себе наметили вместе с родителями. В этот день свой главный документ из рук главы муниципалитета получили 26 ребят из Одинцовского округа. Теперь юные граждане откроют новую главу своей жизни с важными правами и обязанностями. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».